Вот этот прекрасный кубок получат победители финала чемпионата Европы среди пар. Какая из семи сборных станет обладателем этого чудесного трофея, узнаем уже через несколько минут. Фаворитами, кроме хозяев трека, были, конечно же, поляки, которые привезли в Ровно вице-чемпиона Европы Томаша Гапинского и лучшего гонщика второй лиги Мариуша Пушаковски. Сильными выглядели также позиции датчан, чехов и латышей, которые прекрасно знают ровенскую дорожку. Немцы же и венгры, которые выставили только одного спортсмена, были аутсайдерами финала. Кстати, именно сборные Польши и Чехии по 4 раза побеждали в европейском парном первенстве. Украинская пара начинала соревнования уже в первом заезде. И Карпов, и Лактаев прекрасно стартовали и одержали убедительную победу над венгром. К тому же на третьем круге Магуши сошел из-за дефекта мотоцикла. Отличное начало гонки в исполнении украинских спортсменов вселило надежду в сердца болельщиков на трибунах. Во втором заезде неожиданное сопротивление оказали полякам немцы, а точнее их лидер Тобиас Буш, которому удалось выиграть старт у Гапинского. Однако еще до окончания первого круга Томик вернул себе вторую позицию. Ожесточенную борьбу затеяли между собой латыши и датчане в третьем заезде. Со старта вперед вырвался Поджукс, а Лебедеву удалось оттеснить в первом вираже Кильдеманта. Однако одержать победу над датчанами латышам было не суждено, ведь Питер сумел таки обойти Анжика, только 3-3. И с таким же счетом чехи разошлись с одиноким венгром. Магаши, справившись с техническими проблемами своего мотоцикла, камня на камне не оставила чешской пары. В следующих заездах из-за проблем с техникой у Милика и Суханека чехи теряли драгоценные пункты. В составе четырехкратных обладателей парного трофея лишь Йозеф Франц боролся на высоком уровне. Однако усилий бронзового призера чемпионата мира на длинном треке хватило лишь на пятое место в итоге. Проблема это Brothers Dreamers, Canacom, today. Мы могли бы побороться за победу в чемпионате, если в нашем составе были братья Дримли. К тому же у моих партнеров на протяжении всей гонки возникали технические проблемы с мотоциклами, которые также помешали мне в одном из заездов. В пятом заезде соревнований украинцы довольно легко справились с немцами. А вот другие пары продолжили терять важные очки в борьбе друг с другом. Поражение поляков в противостоянии с датчанами вычеркнуло их из списка претендентов на подиум. Фавориты не завжди выигрывают. Что ж, фавориты не всегда побеждают. Мы чувствуем некоторое разочарование, потому что приехали в Ровно, чтобы побороться за медали чемпионата. Четвертое место не лучший результат. Главной причиной такого неудачного выступления, я считаю, наши слабые старты, которые были ключом к победе сегодня. Девятый заезд стал одним из важнейших для украинцев, ведь их соперниками были грозные поляки. Однако для наших ребят все сложилось очень удачно. Карпов уже со старта вырвался в лидеры заезда, а Лактаев прекрасной атакой по широкой траектории опередил Пушаковского. Опять потеряли очки датчане, которые разошлись миром с чешской парой. Йозеф Франц, отлично стартовав в четвертой дорожке, закрыл на входе в первый вираж Кенни Ларсена. Во втором вираже едва удержался на мотоцикле Кильдеман, которого сразу же обошел Суханек. Однако уже через круг датчанин вернул себе утраченную позицию. В 11-м заезде латыши легко справились с венгром Магаши, а в 12-м в противостоянии с датчанами сошлась уже украинская пара и потеряла первые пункты. На старте наши гонщики не оставили никаких шансов соперникам и вырвались в лидеры заезда. Однако во втором вираже Кильдемант обходит Лактаева. Все попытки Саши изменить ситуацию на дорожке успеха не приносят, и он финиширует только третьим. Ну, допустил тактическую ошибку, там не подняло. Допустил тактическую ошибку, и поэтому меня проехали. Курьезная ситуация случилась перед стартом 13-го заезда. Немецкая и латышская пары выехали в нашлемниках одинакового цвета, что, конечно же, запрещено регламентом соревнований. Виновными были латыши. Однако эта ситуация никак не сказалась на настроении Лебедева и Пуоджукса. Латыши успели на старт, сразу же захватили лидерство и одержали убедительную победу. А уже в 16-м заезде гости из Латвии огорчили украинцев. В первом вираже наши гонщики помешали друг другу, а во втором Лактаев вообще сошел. Карпов же сумел обойти только Поджукса, а Лебедев натиск многократного чемпиона Украины по спидвею выдержал. Можно сказать, можно было відробити, але так тяжело было, але можно было это сделать. Як би не робив би ошибок, то було б все нормально. Это была причина карбюратора, это был сход. Возможно, я бы отборол свою позицию. Но старт был неудачный, но все хорошо.
Чтобы завоевать окончательную победу в турнире, нашим ребятам во что бы то ни стало нужно было побеждать чехов в своем последнем заезде. Финиш на первой и второй позициях в противостоянии с чешской парой принес украинским спидвеистам исторический триумф. Это первая золотая награда европейского первенства за годы независимости. Радости болельщиков не было предела. Ну, певно, дякую всім болельщикам, які підтримували нас зі Сашою. Ми постаралися на всі 100, відкладалися, направду, на всі 100. І він дуже своїх зусиль прибавив, і, ну, і ми за того і виграли. Хотів би поблагодарити всіх болельщиків, які сьогодні прийшли. Це взагалі, як бачу, сумасшедша публіка, і це передає сил. Спасибо їм огромне. І все-таки победа була заслужено не для нас, а для болельщиков, для Украины. Борьба за серебряные награды велась между датчанами и латышами. Обе пары провели по несколько слабых выступлений. Однако ничья в противостоянии с поляками в 21-м заезде подарила второе место на подиуме Поджуксу и Лебедеву. Получилось, как получилось. Рад, то, что вторыми стали. Это моя первая европейская медаль, как бы можно сказать. Очень рад, что вторыми стали. И с первым местом было бы, надо было начинать так же хорошо, как и хозяева Андрей и Сашка. Анжи еще долго не съезжал с трека благодаря болельщикам за поддержку. Отметили латыши и великолепную победу украинской пары. Земляки почти, ну как, разговариваем на одном языке, всегда встречаю, всегда общаемся. Конечно, было бы хуже, если бы датчане какие-нибудь выиграли. Я рад за них. Они выиграли у себя дома, порадовали болельщика. Ничего, в следующем году будем тоже бороться, я думаю, в этом чемпионате. И постараемся выиграть и взять реванш. Бронзовыми наградами остались довольны и спортсмены Дании. Me and Peter, we came here to... Well, you always try to win. Мы всегда стараемся выступить как можно лучше, однако это не всегда получается. Но и третье место также хороший результат, так что мы абсолютно довольны. Международный спидвейный сезон в Ровно завершен и завершен исторической победой, которая, возможно, станет толчком к более решительному развитию любимой дисциплины спорта тысяч равенчан.